Как Минздрав прорабатывает вопросы доступа к лекарственным средствам после закрытия границ? Онкопациентам и диабетикам требуются лекарства из Турции, России и других стран. Республиканский штаб и оперативный штаб ведомства не в состоянии ответить на эти запросы. Людям писать коллективные письма на имя министра? Здесь вопрос обеспечения доступа к лекарственным средствам – это под непрерывным контролем Минздрава находится, у нас целое управление этими вопросами занимается. Все процедуры, которые были запланированы по приобретению или поставкам этих препаратов, они прорабатываются, и по всей мере, наверное, эти вопросы будут решаться. На сегодня вот таких острых обращений пока еще не было.